смотри, я сейчас, ну, слово «грязь» это неправильно, но буду чуть-чуть добавлять уличной темы, ага. Поэтому, ну, особо не... Все, хорошо. Не, ладно? Конечно. Чтобы было поинтереснее. И тебе ага. Поинтереснее. Конечно, хорошо. На сторону смотришь. Не больно? Нет, да не попали. Фу, слава Богу. Ничего попали. Я испугался. Знаешь, когда наш, хочется побыстрее и нечаянно вкладываешь. А нет? Ничего. Я про себя, про себя. Ага. Не хочется. А, право. Ты видишь, вторым номером ловлю. Ну, твою отправку. А я всегда вторым номером. Да? Я как раз после дяминой дистанции. Видишь, у нас не получается. Я жду его атаку, чтобы вторым номером сработать. А он ждет мою, да. Да, и нету там ничего. Давайте первым поработаем. Да. А если б попал? Пардон. Хорошо. Это что самое важное. Когда я сделаю с собой работу, всегда ищу дистанцию, немножко как по привычке, да. Для ноги. Да, да, да. Потому что вроде я как раз отхожу. Залежу на этот лук. Да, да, да. И вверх, да? Да, да, да. Как раз задняя нога моя прям. Да, мой, да. Мой хлеб, так как говорится. Да, и что?
Серёг, удары, да. И хайкики, волкики, медлкики, все. Пока, конечно, так непривычно. Когда я в городе ты научился, я, допустим, ну как, все свои бои дрался с теми людьми, которые, в принципе, как по школе тебя учили. Да, да, что классика, если прямой, да, то вот, да, да, а не вот так, когда заходят. Да, 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 да. Просто у меня был такой смешной случай. Я готовили к чемпионату страны, и мне тренер говорит: Жень, поехали. За неделю до этого на спарринге там Благовещенске. Переца там Амурского района какого-то, да, в водокачке. И все, выходит пацан в финале против меня. И чух-чух-чух-чух, какие-то удары вообще непонятно. Он попадает. Меня считали раз, два, ну нокдаун, нокдаун, да, был, да, не спорь. Да. Полищук тогда выкинул полотенце, потому что у меня через неделю Россию. А, тебе нельзя быть стаканчик встретить. Да. Да. И что, говорит, через неделю я выиграю Россию. То есть за неделю встретился это с человеком, да. Шахматы так называется гамбит. Да. Отдал слабое, чтобы забрать сильное. Круто. Просто здесь еще получилось то, что встретился с человеком, который техника такая нестандартная, да, и пропустил. На России ты у тебя с рынка выходишь, и всеми, да, тут, как и ты, на, да, да, все, да, спокойно, все там, с одной тарелки. Да, да, спокойно всех выиграл, а вот так себя случил, да. А так, я тебе предлагаю, знаешь, у тебя еще третий, тихонечко, давай поработать не с дистанции, а с ближней дистанции. Знаешь, объясню почему. С этой дистанции все могут, потому что там они могут похалтурить, разорвать, пофилонить. А люди, когда на ближнюю дистанцию входят, они здесь зажимаются. Да, многие не знают, что делать. А я этому отдал очень много лет, чтобы здесь быть желатином, и чтобы искать возможности покидать чего-то. Ага. Вот такие вещи. То есть, это, во-первых, ну, для тебя полезно, потому что если ты там с кем-то чего-то, то это было бы не просто как ты меня сейчас клетку, да, там поджимал, да, там, походя. Ну да, здесь, потому что когда я вот поджимал, да, у меня все уже все. Надо поджать, видели, уже ручки уже. Да, да, да. Да, да. А мы все-таки, да. Да, потому что я просто способен пробивать с короткой дистанции. Ну, мне навык уже просто, на любитель. Ты видел, что некоторые удары у меня прямо отсюда с плеча. Да, да, прям короткий, это импульс. Короткий. Я его тоже нарабатывал вам больше полжизни. Ну, нет, конечно. Чтобы из ниоткуда бить. Вот это прикольный лист, это как раз вот дает большие бонусы, плюсы на ближней дистанции. Согласен. Потому что перчатка пропустить одну голым кулаком, если, допустим, кассету вот этим пропадать, все рвется, все ломается. Знаешь, сейчас мы с тобой еще раунд, кусочек, поработаем, я попрошу тебя на ближней дистанции чуть-чуть так поработать, мягенько, аккуратно. Да, конечно. А потом я тебя попрошу, что с руками и с ногами, хорошо? А, вообще не опасно. Ладно? Только завтра. Все, давай.